А где остальные участники коллектива? Давайте это как позовем Снегурочка! Снегу! Вот, пошла уже Снегурочка в очочках, в темненьких. Рэй Чарльз прямо. Стиви Вандер. Так чего же вы не в ней? Вот, пожалуйста, вот, вот артист в пижаме. Артист просто устал, он как проснулся, так и приехал. Так, следующая песня была написана еще тогда, когда в архитектурных бюро чертили по-настоящему. Вы помните слово такое «рисшина»? Еще что знаете? Еще? Все, все знакомые слова. Я в институте тоже чертил, конечно, в свое время, но не так, как в этих бюрах, так называемых. Мы заточили карандаши и мерили все линейки. Кто-то принес транспортир, кто-то открыл готовальню. Будем чертить, будем чертить, будем чертить, будем чертить. Да, а вот дирижабль, а это мост через реку, чтобы всем ясен был масштаб. Рядом нарисуем человека, будем чертить, будем чертить, будем чертить. Съедены все бутерброды. Кому-то звонит жена. На. Я не гулял с собакой. Собакой. Я не погулял с собакой. Гав, гав. Будем чертить. Будем чертить. Будем чертить. Будем чертить. Я потерял резинку. Ху с ней. Я потерял резинку. Ху с ней. Я потерял резинку. Ху с ней. Кто-нибудь видел резинку? Резинка. Будем чертить. Будем чертить. Будем чертить.
будем чертить. По настроению на бюро архитектурное. Там все такое старье уже, на самом деле, никто же не чертит. Даже циркуль-то, наверное, никто в глаза уже не видел. А на 2020 похоже? Вот на ту самую фотографию? Да-да-да. Я покажу ее только избранным. Поздравления с 2020 годом мне прислали. Пришли мне, пожалуйста, тоже. Я тебе перешлю, да. Спасибо. Тебе я показал уже. Ладно, хер с ним. Сейчас кому-нибудь одному. Они все веселые. И мы тоже все более-менее веселые. Мы в Ленинграде. Ой, господи. Сейчас. О. Спасибо. Извините. Такого со мной еще не было. Взрослые парни кивают, молодые парни молчат. Девушки не зевают, девушки знают, куда они мчат. Немец рисует крестик, индеец рисует круг. Нужен тычинки пестик, а человеку друг. Что со мной происходит? Такого со мной еще не было. Льдины плывут на север, пингвины плывут на юг. Овцы кусают клевер, овцы кусают своих подруг. Умер великий Мао, Ленин давно готов. Дом от меня ждет мама и папа в старом зеленом пальто. Происходит. Такого со мной еще не было. Я не понимаю, что со мной. Я не понимаю, что со мной происходит.
понимаю, что со мной происходит. Я не понимаю, что со мной. Я не понимаю, что со мной происходит. Слушайте, это сейчас следующая песня. Вы, наверное, ну, здесь многие из вас знают текст. Вы, пожалуйста, подпевайте, потому что я его забываю периодически. Целых 2 года мы были с ним прекрасной парой. Парой! И даже свой первый сексуальный опыт я приобрела с Михаилом. Миша! Вот я закончила среднюю школу, и родители мои захотели, чтобы я в институт поступила престижно, и мне придется ехать в столицу. В Москву! У меня есть подруга Наташа, мы с ней вместе учились в школе. Средний! И родители мне предложили, чтобы я взяла с собой подругу. Напрасно! Когда мы прощались с Михаилом, наше прощение было нежно. Очень-очень! Мы поклялись верности друг другу и твердо решили жениться. Подруга подкинула проблем. Сука, подруга подкинула проблем. Шлюха, подруга подкинула проблем. Сука, подруга подкинула проблем. Трубы! Спасибо надежным папиным связям в институт поступили престижно. Спасибо! Сняли квартиру в центре столицы и жили там вместе с подругой. Потища! Но Наташа очень изменилась. Совсем не думала о занятиях. Она ходила на все вечеринки, где веселились. Пили, курили! Подруга домой приводила парней, я чувствовала себя неловко. Еще бы! И однажды, вернувшись домой, я застала там... 4! Наташи не было дома, а парни пили спиртное. Водку! Я очень испугалась, убежать пыталась, но парни закопали дверь. А подруга подкинула проблем. Сука, подруга подкинула проблем. Шлюха, подруга подкинула проблем. Сука, подруга подкинула проблем. Очнулась в больничной палате. Подробности того, что было, не помню. Рядом с нами пила Наташа, и лицо ее было в слезах. Она сказала, что была проституткой и поссорилась со своим сутенером. Гуляла. Слишком высокой для меня оказалась цена моей дружбы с Наташей. Наташу отчислили из института. Не придется ехать обратно. Чопец. А еще через несколько дней ко мне приехал твой Миша. Мы были в квартире одни и чудесно провели эту неделю. Он подарил мне обручальное кольцо и сделал мне предложение. Подруга подкинула проблем. Сука, подруга подкинула проблем. Шлюха, подруга подкинула проблем. Сука, подруга подкинула проблем. Соло на гитаре. Долго не было писем, я почувствовала что-то плохое. Я приехала домой, и мама сказала, что Наташа выходит замуж. Ого! Давно имела виды на Мишу, и вот теперь он стал ее женихом. Ага! Она наговорила про меня такое, что волосы у Миши шевелились. На жопе! Вернула ему обручальное кольцо и больше с ним не встречалась. Никогда! Вот так я осталась одна, раздавленная 2 раза. Вот такие бывают в жизни повороты.
Это не значит, что никому нельзя верить. Жизнь очень сложная штука. А Мише нужно оторвать яйца. Подруга подкинула проблем. Оторвать яйца. Подруга подкинула проблем. Оторвать жопу. Подруга подкинула проблем. Оторвать хуй. Подруга подкинула проблем. Теперь все вместе. Подруга подкинула проблем. Все вместе. Сука, подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула. Подруга подкинула проблем. Сука, подруга подкинула проблем. Шлюха, подруга подкинула проблем. Сука, подруга подкинула проблем. Дорогие друзья, не трогаем кулису тромбона. Один раз ее помять, и, блядь, уже ему нечем будет заниматься. Одного раза достаточно погнуть кулиску эту, пожалуйста, не трогайте. И он останется в Питере. И слава богу. Да, Петину кулису не трогайте, пожалуйста. Так, с Новым годом! Точно, смотри-ка. С Новым годом! Да, поздравляю! Всех благ в новом году! Чтобы все это, чтобы получше стало все-таки немножечко. Так, запомнили, да? В новом году не трогаем Петину кулису. Попозже. Спокуха. Ой, господи. Конечно, поговорить бы о водке. Я вот о водке бы вам много чего рассказал бы. С огромным удовольствием. Но не сейчас. Сейчас все-таки концерт. Надеюсь, я не доживу до того возраста, когда, знаешь, рок-музыкант выходит на сцену не для того, чтобы спеть какие-то песни или сыграть что-то, а научить всех жить. Ёбаный рот, прошу прощения. Это вот хуже этого, наверное, ничего нет. Я вас не смогу научить, да и вы меня тоже. Так что лучше рок-н-ролл. Песни из репертуара. Песня из репертуара Филиппа Киркорова? Да. Да, у меня однажды была такая промашка, что во время какого-то интервью, знаете, мы, как бы, там спрашивают, а вот вы, значит, вашу песню исполнил Филипп Киркоров. Ну, я с чистой совестью, знаете, память-то от водки, она не очень. И я так прямо при ребятах говорю, да, продали песню. И ребята так ко мне поворачивают, говорят, продали? Мы ее продали, оказывается? А где деньги? Это сколько уже прошло, там уже года три прошло, это денег-то нет уже больше, все. Неловко получилось перед ребятами, да. Автор в метафорической форме пытается заставить абстрактного слушателя задуматься о том, кто он на самом деле такой. Oh,
Мы ого-го, мы ага-га, мы бла-бла-бла, мы бибу-ба, мы фря-фря-фря, мы бац-бац-бац, мы дай-дай-дай, мы бибу-ба. А вы-то кто? А вы-то кто? А вы-то кто? А вы-то... Бла-бла-бла, мы фря-фря-фря, мы бац-бац-бац, мы гав-гав-гав, мы хей-хей-хей, хей-хей-хей, хой-хой-хой, хей-хой-хой, я супер-пупс, я супер-пупс. А вы-то кто? А вы-то кто? А вы-то кто? А вы-то... Посмотрите на себя. А вы-то кто? Полюбуйтесь на себя. А вы-то кто? Посмотрите на себя. А вы-то кто? Полюбуйтесь на себя. А вы-то кто? Посмотрите на себя. А вы-то кто? Полюбуйтесь на себя. А вы-то кто? Посмотрите на себя. А вы-то кто? Вы-то кто? А 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 вот сейчас тот. Так, сейчас моя любимая песня, я ее исполню сам. Я могу сам начать, если была, да у меня была академика курчатого бородка. И были у меня, да были у меня когда-то академика курчатого усы. Академика курчатого, 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 академика курчатого бородка. Академика курчатого, 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 курчатого усы. Была, у меня была когда-то академика курчатого бородка. И были у меня были когда-то академика курчатого усы. Академика курчатого, 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 академика курчатого бородка. Академика курчатого, 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 академика курчатого бородка. Академика курчатого, 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 академика курчатого усы понеслась. Поехали!
гитаре Даниил Клешнин. Браво, Андрей! Давайте аплодисменты барабанщику! Все молодцы, но барабанщик просто пиздец! А у меня была, да у меня была академика курчатого бородка. И были у меня, да были у меня когда-то академика курчатого усы, теперь все вместе. Усы. Басист обогнал. Сейчас будет. Хорошо, тогда... Сейчас запахнут. Так. Контактный зоопарк, значит. Контактный оркестр, да. Ага. Трахнуть виолончелистку, да? Контактный клерк. Ну, понеслась. Бой давай. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие глаза. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие, бесстыжие глаза. Она собрала чемоданы, чемоданы свои собрала. Свои собрала чемоданы, и главный взяла чемодан. Главный, не самый главный, японский городовой. Помнишь, порою давний, встретились мы с тобой. Заснули в Париже и в Такманде. Она собрала баулы, хотя теперь они где. Все в деревнях заснули, горный заснул. Она собрала баулы и главный дела баул. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие глаза. Микрофон. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие,
мне глаза. Александр Македонский, между прочим, голубой. 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 Уа, уа. Уа, уа. Уа, уа. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие глаза. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие, бесстыжие глаза. Александр Македонский, между прочим, голубой. 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 Уходи. Прошлись по нашим, так сказать. Ой. Один пара вместо сейчас уходи. Ребзя, не трогайте кулису. Кто конкретно трогал кулису, скажи мне? Покажи мне. Покажи мне, кто конкретно трогал кулису. Ты разрешаешь парням трогать твою кулису? Ребзя, блядь, один раз его только замять, и все, пиздец, невозможно будет играть. На этом все закончится. Все, договорились. Трогайте мою, если хотите. А его не трогайте. Ну да, да, у меня такая кулиса уже заслуженная, да. Легендарная. Так что подходите сюда, здесь трогайте. Он даже не знает, что такое кулиса. Свой номер, я, может быть, позвоню. И вообще я не знаю, зачем мне нужны эти цифры. Я уже даже не помню, как там тебя зовут. И теперь для меня номера телефонов как шифры. Привет! Уходи, оставь телефон. Уходи, оставь телефон, иди. Я даже не помню где. Вероятность второй нашей встречи равна нулю. А теперь ты не хочешь уйти. Говори, что не можешь уйти. Уходи, я тебя не люблю. Уходи, оставь телефон. Уходи,
Оставь телефон и иди. Выходи. Оставь телефон и ла-па-ра-па-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-рай. Ла-па-ра-па-па-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-рам. Ла-па-ра-па-па-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-рам. Ла-па-ра-па-па-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-рам. Новости и сюрпризы. Ау. Утром завалят в гости. Ау. Демоны коммунизма. Ау. Видела их портреты. Хитрые злые лица. Ждали попутного ветра, чтобы повеселиться. Чисто вымыты стекла зрачков. Руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов. Ты сама их сегодня бросила. Чисто вымыты стекла зрачков. Руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов. Ты сама их сегодня бросила. Там у стойки бара чашкой звенит о блюдце. Это молодой Че Гевара, крокодил мировых революций. Женщины в теплых странах целуют его портреты. Он об этом не знает и никогда не узнает об этом. Вымытый стекла зрачков. Руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов. Ты сама их сегодня бросила. Чисто вымытый стекла зрачков. Руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов. Ты сама их сегодня бросила. Черные негры, ау. Жертвы землетрясений, машут ветками вербы. Вербное воскресенье, мозга трещит гора. Под воздействием винного пара в зеркало глянешь.
с утра в зеркале Че Гевара. Чисто вымытые стекла зрачков, руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов, ты сама их сегодня бросила. Чисто вымытые стекла зрачков, руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов, ты сама их сегодня бросила. Оля Ревер! Васютка! Снимки. Где Максимка, где Васютка? В моей жизни начались промежутки. Пропал Васютка, со мной гуляет какой-то мехрютка. Были в нашей дискотеке руководители, а теперь в каком горе родители. Йоу, 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 но нет Васютки, нет Максимки, нет.
Привет, Максимки! Они так весело играли, теперь их нет, они пропали! Хотел послушать я Максимки, но нет, Васютки, нет! Нет, нет, Максимки! Нет, Максимки! Да, его часто уже аплодисменты могли быть погромче. Да я сам чувствую, что молодцы. Господи, чего ж тут? Все по-честному, без обмана. 2 января. Блять, 2 января. Я не хотел бы быть похороненным зимой, давай. Bye.
Да-да-да, похлопаем это. Вызовем в нас хотя бы хоть какой-нибудь ажиотаж. Следите. Ёпара СТ. Ну что ж, в темноте тоже хорошо. Выгоняют уже. А меня слышно? Слышно, но не видно. Thank you.
Спасибо. Мне грустно и жаль прощаться. Ты не прощаешься. Все было довольно мило. Тарелочку, ёбни. Сорян. Вычти из зарплаты потом. Меньше на одну рюмку. Зарплату-то ему насрать. Не смешите. Желаю и вам как-нибудь нажраться небесного пива. Пиво! Нажраться небесного пива. Пиво! Самолета в Санкт-Петербург. Телефоны есть у кого-нибудь? Можно фонарики зажигать, кстати. Да-да-да, телефончики, пожалуйста, а тут темновато. Или зажигалки, все правильно. Я подсыпал себе губы солью поваренной. Лежу, а ты рядом лежишь, уже поваленный. Целуй скорей мои губы соленые. Мы влюбленные, Белая сол залили Карабагаскол. Зацвели вокруг ватки хлопчатые, а ты играешь со мной в эти прятки проклятые. В море волны такие соленые. Мы влюбленные, мы влюбленные. Карабагаскол.
бульвары усталые. А теперь здесь наша любовь небывалая. И лежим мы с тобой утомленные, но влюбленные, но влюбленные. Белая, 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 зол. С Новым годом, заливе, Карабадаскол, Карабадаскол. Даниил качается, на этом наше представление кончается!